Ну что, здорово, привет тебе, там, дня хорошего, успехов тебе. Ну короче, блядь, слушай, я положил этих 25 предметов, да? Сраный этот, кладовку себе. И ни хера, ачивка так не прилетела. Не понимаю. Крыло болтается еще. Как и чё надо? Хер пойми. Положил, не работает. Бред какой-то. Да что за туман, блядь, войны? Рассеивайся, давай. Топчем. А ты тварь. Топчем, нахуй. Топчем. 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 Блять, столько топтал. Сколько, интересно, засчиталось? Или ни хера ничего не засчиталось? What do you think? The marker saw who they really were. It'll remember them. Suka. Да, потопыхи, если честно, отвратительные.
Куда мне эти лепешки одевать? Кто, блядь, не скажет. Их не продать, вообще ничего нельзя себе сделать. То есть тратиться на них вообще мне не стоило. Это было бессмысленно вообще. Здесь, короче, я так понял, только бабло надо тратить на патроны и... На патроны и на аптечки. Давай быстрее едь, connection. What's it say? Power failure detected. Tether generator. Gravity control. One of the ground side gravity tethers. Maybe a busted power line. I'm on it. Please hurry. We can't fail now. Так. Сохраняемся. Сейчас, возможно, несколько раз помру. Потому что мне надо топтать их там, топотухи делать. Заебала она. Да, блядь. Какие вы, сука, меткие, блядь. Блять, и куда мне их? Так, надо аптечку. Yeah.
Ну-ка, давай еще раз попробую вещи инвентарь убрать. А в инвентарь. Склад. Че, нихера, да? Нету этой ачивки. Здесь прям стрель. Все забито. Бред какой-то. Оставляю в запасе. Что-то от чего на этого не дают? Бред какой-то. Местности тоже раньше не было. Да какой ты, блядь? Чё за хуйня? Почему ты использовал это? Взял тварь, аптечки мои использовал. Restarting tether. Now entering zero gravity.
Isaac. Power's flowing again. Come back to the marker quickly. The excavation site's just up ahead. Make us whole. Что-нибудь, может, сейчас что-нибудь найдем интересное. Ну, даже ни хера интересного не найдем. Воу-воу-воу-воу! Ты еще живой?
Как же вы затрахали своими этими? Даже не знаю, знаешь, что. Так. Ладно, Пэнк пусть. Хоть так, блядь. Так, куда все падает? А, меня демос. Там почти у финала. Ну как у финала? Прыгать еще и прыгать. Да умираю, умираю, умираю. По идее, я же его затоптал. Верно, верно. Никаких ошибок не может быть. А это, кстати, не странно, почему типа такая легкая ачивка у меня не везет. Это не выбито. Потому что пользоваться здесь этими натоптушами, это, блядь, вообще. Вот в старой версии это было ультимативно вообще. Заморозил, поебал, он настучал, там, нащ. Он упал, ты его затоптал.
давай, дохни, 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 дохни. Так вот, саново хуяново. Что в жопу? Иди в жопу. Что в жопу иди? Бегает или мне кажется? Пальцы сейчас это должны еще. Давай второй еще посидит там. Вылазишь, да? Давай, топочи, 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 топочи.
Так, погоди, постой. Может, с этого угла я должен был что-то там увидеть? Ага. Блять, ну стамину мне надо обязательно пополнить. Стазис, точно. Безобразие какое-то. Так, а что у меня там есть? Есть две маленьких аптечки. Можно использовать. Да, блять, блять, не вовремя. Блять. Есть аптечка. Так. И мне надо будет отбиваться сейчас в скором времени. Какой-то, бля, прозрачный.
Не, раньше, помню, там монстров было больше, даже эти, которые бегают, такие. Солдафоны. Со стазисом, которые быстрые. А чё он там остался? Оба-на. Can't you see how delusional you are? We've got to go. The payload from the planet crack is about to fall. I gave you a chance to come around, Isaac. But if you still won't see it, I'll help you. Блять, я там что-то он проебал. Он что-то мигает. This time, watch to the end. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. Just had a talk. That's all this research was in the end. Not much, is it? Just had to make it listen when he begged for convergence. But I had a different prayer. It spoke. And then it listened. Make this stop, I said. Maybe it understood. Это я не Джейкоб. Over.
We're whole again. For Jacob's sake, I'm not going to ask again, Cross. No! Enough people have died! Then just do it. I've got nothing left to lose. Cross! It's better this way, Isaac. Нихуя она ебала. You'll never recover from what the marker's done to you. And when the tectonic wheel drops, all this will be buried. Just like Earth goes on it. Ну вот овца. Warning. Seismic activity increasing. Evacuate to safe location. Эти мясистые коридоры, конечно, прикольно сделаны. The shuttle. I can still make it before she leaves. Подъехали. Так. Чего тут у нас? Так, а печки, я думаю, хватит. А, кстати, я понял, какие эти, я не нашел карты. Это патроны для вот этого вот. Ну я хуй знаю, где их искать, если честно. Так, ну что ж, сохраняемся. Идем к финальному боссу. И получаем вторую концовку. Блять, зря, зря. Хана тебе, мразь. Yeah.
она. Звук исчез. Да блять. Нахуй. Да блять! Да ёбаный в рот! Да блять!
Да ебать тебя в рот. Блять, что это за пробиси какие-то? Кендра из DCP. Так. Так, ну в принципе все, я победил. Ебать, сколько этих стамин у меня. Даже сюда можно с чем-то пойти. Так, ну все. И смотрим концовку 2, по идее. Концовка 1 такая же стандартная, как и была. Was a great ship. Yeah. We were lucky to see her in her prime. So and so, that is the problem, Isaac. There's so much work to do. Soon, I promise.
Gotta build a little something first. For me? What is it? It's a surprise, sweetie. А, вот она. Вся в кровячке. But I think you're gonna а чё like так it. Подвисаешь-то, блядь? Понятно, он свихнулся и начал эти значки рисовать. По идее, это должно быть в первой концовке, типа, единственной. Типа, когда она вот это вот орёт на него, когда он там такой, о, всё, типа, съебал. Поворачивается, она на него орёт, вот, а потом он должен уже такой сидеть и с ума сходить. То есть, это было бы более логично. Что она на него заорала, а потом он такой начал бы там рисовать, а потом бы его там нашли. Скорость по бырому все это мотаем. Может, еще что-нибудь после титра будет? Сколько вас там? Угу. 50 тысяч кредитов и 10 этих нахуй ненужных улучшалок. Хрень. И? То есть никакого костюма мне не дали, да, вообще нихера. Просто сказали, шо нахуй. Давай грузись, блядь, по-быстрому. По-быстрому, я же заикаюсь. Кстати, сам видел, как я 25 предметов засовывал в этот сторидж, он так и нихера мне не засчитали ачивку. Поэтому, не знаю. Да и топтание, не знаю, как здесь топтание. Типа, если стазис использует топтание, уже не считается, уж стазис самого убивается. Хер его пойми. Нету здесь нихера, просто новая игра плюс, да? Если, допустим, новая игра плюс, чё он там, вот, типа, hard, да, и, по идее, сейчас должен сложность еще буду выбрать. Ага. Story, easy, medium, а, hard, да? А очень охуенная сложность доступна только на новой игре, видать. Просто новая игра. Ну, понятно, все. Ладно, на этом все. Ты увидел вторую концовку. Я ее прошел. И больше заморачиваться здесь не буду. Старая часть мне больше нравится. Ну, обычная. Не ремейк. Потому что за то время, которое я сыграл, это сколько здесь у нас времени насчитывается, блять, 16 часов. То есть на первую часть уходит где-то примерно, если уже знаешь как и чё, то около 6 часов. То есть 5 с половиной часов, на где-то так, если все по-быстрому бегаешь там делаешь,
Вот, а тут же получается 16 часов. Это то, что вот они растянули вот этими базарами непонятными. Ходить, что-то там выслушивать, диалоги, ну сделайте вы это в... как повествование, да, в самом сюжете. Вот мы идем, и вот это вот все встречаем и находим. Зачем нам вот эти развилки, куда-то там, блядь, пиздошить, зачем-то, блядь, чтобы посмотреть диалог и потом обратно идти. Ну это, блядь, геморрой какой-то. Вот честно, я не хочу, вот если я первую часть проходил, там 8 раз, даже больше, на каждой сложности там по несколько раз проходил, что там на каждой сложности все прокачать. Вот, то тут мне вообще неохота, то есть это второе мое прохождение, мне не хочется здесь дальше сидеть. Я в Калиста, я Калиста прошел уже, блядь, раза 4 или 5. Вот, жду, когда там выйдет DLC сюжетная. И что бы ни говорили, Калиста лучше, чем ремейк. Да, поначалу были там технические какие-то неполадки, но их починили. А тут же, господи, до сих пор технические неполадки какие-то, блядь. Ни патчи, ничего не делают. В общем, игра своих денег не стоит вообще. Так что, ну все, счастливо. До скорого.